Здравствуйте, уважаемые друзья и подписчики моего канала, с вами снова Сергей. Вы находитесь на канале Удивительное и рядом. И прямо сейчас я открываю новую рубрику, которая называется «Находки на Алиэкспресс». Итак, давайте перейдем к находкам. Сегодня я хочу показать вам 10 находок на сайте Алиэкспресс. Это 10 шапок для горнолыжного спорта, а также просто для ношения. Итак, давайте перейдем к первому варианту. Первым вариантом я рекомендую вам посмотреть мужскую шапку, которая представляет из себя волосы и бороду для мужчины. Шапка эта сделана из шерсти, ручной работы, так что я думаю, вы в ней по-любому не замерзнете. Вариантом номер два в нашем сегодняшнем топе я рекомендую вам посмотреть вот такую вот необыкновенную шапку. А если быть точным, балаклаву для любителей горнолыжного спорта. Вариантом номер три у нас сегодня идет вот такая вот интересная шапочка, которая является не просто головным убором, а также варежками для девушки. Лот номер четыре — это всем давно полюбившийся супергерой Дэдпул, если быть точным, его маска. Вот что она из себя представляет. Давайте перейдем к варианту номер 5. Вариант номер 5 – это вот такая вот интересная вязаная шапочка, одновременно манишка для девушки или девочки с двумя косичками. Шестой лот – это мужская шапка, шапка-кепка с вязаным воротником, в который вы по-любому не замерзнете при любой температуре. Седьмой лот – это такая балаклава с принтом в виде двух кошечек или собаки с отверстием для глаз. Балаклава сделана из хорошего качественного материала, по отзывам имеет приятный запах и хорошую облегаемость головы. Лот номер 8 – это такая вот интересная шапочка-манишка для девочки, которую явно порадует, а также восхитит ее подружек. Лот номер 9 похож на 8, но только другой расцветки, также с двумя пуговичками спереди и симпатичными ушками. И в заключение, лот номер 9 – также это манишка и шапочка для девочки, более темные расцветки с длинными ушками. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите адекватные комментарии, делитесь этим видео со своими друзьями. А я, Сергей, желаю вам всего самого наилучшего. Вы находитесь на канале Удивительное рядом. Пока!